В День защиты детей 1 июня стартовало открытое первенство спортивной школы «Регата», посвященная дню рождения отделения парусного спорта. Соревнования проходили 3 гоночных дня, в которых приняли участие юные яхтсмены Невельска и Хомска. Хотелось бы сегодня поблагодарить наших спонсоров, благодаря которым состоялась эта мечта многих невельчан об открытии отделения парусного спорта. В своем выступлении представитель регионального фонда «Родные острова» Евгения Пономарева выразила огромную благодарность юным яхтсменам за преданность выбранному виду спорта и передала добрые пожелания от попечителей регионального фонда «Родные острова». Мы знаем, что в отделении парусного спорта более 30 ребят занимается. Лучшее доказательство того, что инициатива была правильной, а соответственно, мы, взрослые, обязуемся продолжать продуктивно работать, чтобы вы могли заниматься. Надеемся, что эта погода не испортит нам ни настроение, не испортит вашего боевого настроя на сезон. Желаем вам удачи, желаем вам побед. После торжественного поднятия государственного флага Российской Федерации был дан старт соревнованиям. В эти дни с погодой не очень повезло. Было очень ветрено или шел дождь. Но юные спортсмены не побоялись трудностей, и соревнования в двух классах «Оптимист» и «Луч» состоялись. Третьего июня юных яхтсменов ждал сюрприз. Поздравить победителей первенства и вручить им заслуженные награды приехал мастер спорта СССР, яхтенный капитан Михаил Хайрединов. Уже ребята освоились. Уже, так сказать, смотрятся как настоящие яхтсмены. Ну, а еще мастерство, так сказать, надо дотянуться. Тут упорный труд нужен. По результатам соревнований в классе «Оптимист. Золотой флот» на первом месте Александра Бондаренко и Владислав Кокорин. На втором – Никита Афанасенко. На третьем – Даниил Базалей. В классе «Оптимист. Серебряный флот» первое место у Мелины Тарасенковой и Олега Розанова. Второе – у Ильи Сергиенко. На третьем – Сабина Завьялова и Роман Ибрагимов. В классе «Луч мини» первое место у Даниэля Павленко. Второе заняла Евгения Плюснина. И третье – у Даниила Матвеева. В чем сложность, наверное? Наверное, больше всего было это в старте, когда много яхты, большая вероятность было столкновение, и если ты выйдешь, получается, первым, то большая вероятность на победу. Ну, я старалась выйти первой и побеждала только из-за этого. Был очень хороший ветер на второй день, он был очень сильный, а первый день был слабенький, а в третий, ну, нормальный. Победители были награждены кубками и грамотами. Призеров отметили медалями и почетными грамотами. После торжественного завершения открытого первенства состоялось фотографирование и чаепитие. Служба информации Невельских новостей.